27 апреля 1943 года на объединенном заседании бюро Тульского обкома партии и облсполкома было принято постановление о формировании батальона автоматчиков. Сроки ставились жесткие. Уже к 10 мая батальон нужно было передать в распоряжение командующего войсками Московского военного округа. Укомплектование батальона произвести рабочими и служащими заводов и предприятий, находящихся в Тульской области. В возрасте до 45 лет годных в строевой службе, преимущественно имеющих военную специальность автоматчиков, пулеметчиков и минометчиков, говорилось в постановлении. До победы оставалось 743 дня.